мороженое. Когда я была маленькой, мама часто говорила об одном пророчестве. О том, что однажды настанут темные времена и станут вершиться судьбы человечества. Как-то раз вечером я набрала смелости и спросила ее, почему Бог стал другим, почему Он так рассержен на детей своих. А мама ответила, наверное, Ему надоело терпеть наше вранье. Мало времени. Заткнись! Что происходит, Михаил? Отныне я выполняю только свои приказы. Значит, умрешь вместе с человеком. Началось. Да что ж ты все барахлишь сегодня? Я же говорил, тарелку ставить надо. Нахрен она мне сдалась? Канал культуры смотреть, брат. Это не тест. Что это за хрень? Да какая, собственно, разница? Скоро все кончится. Тебя зовут Чарли? Да. Когда рожаешь? Уже со дня на день. Как же ты с ребенком? Не волнуйтесь, все под контролем. Но он ведь сгорит. Что вы сказали? Я сказала, твой долбанный ребенок сгорит. Эй, полегче-то. Черт не знаю, кто вы такая, но придется извиниться. Боже! Все вы сдохните! Мочи ее! Кто-то едет. Да что там опять такое? Не похож он на обычных копов. Даже на тех, что в Лос-Анджелесе. Еще шаг и завалю, не раздумывая. Вы не в курсе, да? В курсе чего? Они здесь. Ты пришел защитить нас? Нет, не вас. Ее. Почему меня? Потому что твой ребенок — единственная надежда человечества на выживание. Я буду в машине. Ладно, Рэмбо, выкладывай, против кого будем драться. Против ангелов. Я знал, что он пошлет тебя, Гавриил. Ты всегда был готов ему угодить. В отличие от тебя. Им нужен только ребенок. Я вообще в Бога не верю. Он в тебя тоже, но сражаться надо. Так ты говоришь, это конец света? Я говорю, что это истребление человечества. Помогите мне! Что происходит? Нет! Теперь мы в безопасности? Нет. Легион! В кинотеатрах следующей весной.